Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик мобильной игрушки Call of Duty от Activision. Call of Duty я вам показывал на компе. Я в нее играл, пока была ZBT-шка. Это мобилку выпустили вот пару дней. Просили вам показывать Call of Duty Mobile. Сейчас посмотрим, что здесь интересного есть. Весит она, конечно, немало, один с хреном гиг. Для мобилки это реально дофига. Я играю сейчас на... Давайте на Христе зайдем. На айфоне, на андроиде она тоже есть, ребята, и там бегают. Я не знаю, сейчас посмотрим, что она себя представляет. Стоит ли в нее играть. Так, вот я поиграл немножко. Все задачи продолжить, награды за вход. Ну, то есть за седьмой день дают нам какой-то спецназа. Так, это у нас что такое? Какой-то кейсик. Карта оружейного опыта. Это для прокачки оружия. Оружие здесь тоже прокачивается. Она, кстати, мне вот первая карта, она мне напоминает код, то есть карты все те же, один в один. Так. Можно посмотреть какой-то ролик. Давайте так начнем. Награды за уровень игрока. То есть очиститель. По сути, все то же самое. Это все плюхи. Открытие за уровень. Сколько всего здесь у нас уровней будет? У нас пока второй. Дофига всего. Блин, а сколько ж вас здесь? Так, это я уже по второму кругу 100 штук? Или это я? Сто один, 102, 105. Нет, дофигища. Короче, уровней 150. Вот так вот. Награды за уровень. Так, лучший игрок 1, игры 1. Первый, так, убийство 10. Ну, это я первый, убийство смерти. В общем, неплохая у меня. Так, я не знаю, куда себя там подеть. Давайте я сейчас где-то себя перетащу в другую сторону. Так, ну, первая катка удачная была. Куча наград разных. Понятно. Победа. Так, окей. Дальше что у нас идет? Плюшки. Сетевые. В общем, такое. Так, бонусные очки. Код. За любые покупки кредита. Ну, понятно, это для донатов сделано. Ну, думаю, вы все поняли. Типа бонусные итемы крутые за кредиты. Понятно все. Также есть здесь Battle Pass. Так, зарабатывайте награды со стандартным боевым пропуском, зарабатывайте его лучше с особым. Вот, особый пропуск. Это надо будет зайти потом посмотреть. Так, смотрим, что тут у нас интересного есть. Сейчас посмотрим, какие цены на что. Очки пропуска, выполняя миссии. Так, окей, понятно. И вот обычный бесплатный батл. И особый пропуск, где вы можете получить особые награды. Ну, то есть скины и прочее. Сколько всего уровней? 251 день оно идет. Осталось 51 день. Он, наверное, дольше шел. Всего, наверное, 150. Тут дальше у нас идут кейсики. Ящик боевого. Эпическую награду. Понятно. Сколько всего их? 200. Фига себе уровни. Сколько их? Смотрите, сколько кейсов. Это можно дротить и дротить.
Походу дофигища. Я не знаю. 500. Вот так вот. По 10 левелов в день придется брать. Так. Также есть такие очки. 10 медалей убить. Короче, дофига всего. Это задание ежедневное, насколько я понял. Так. Это по королевской битве и задание провести 15 боев с друзьями. В общем, за очки получать будете очки. Ну, в принципе, такое интересная тема, боевой пропуск. Ну, как во всех играх. Так, что у нас есть? Зажигаем мир, против кого с акцией, зажигаем, объединитесь в команду, участвуйте в боях, сделайте особые награды, убивайте противников, собирайте их жетоны в сетевой игре королевской, повышайте свой ранг. Понятно. Список лидеров. 150-й левел, есть 79-й, 60-й, 100-й. Ну, в общем, это надо дротить. Так, еженедельные испытания, награды за вход. Это то, что я вам показывал. За дни. Такие плюхи. Короче, плюх дофига. Дофига всего. Скидки, очки особого. Вот Battle Pass, очки для особого пропуска. Понятно. Смайлики, магазин. Давайте посмотрим магазин, что интересного есть. Кстати, давайте посмотрим, сколько, что почем. 8100 баксов. Ознакомьтесь с предложением. Бонусные очки. Сундуки. Ящики. Отсюда можно получить оружие разное. Ну, в общем, всякие темы. Ежедневный. Королевского багрового ящик сезонного оружия. Вот так вот. Пушки, скины. Насколько я понял, это скины, скорее всего. Или целая пушка? Нет, все-таки целая пушка. Ну, в общем, как и все остальные игры. Так, что здесь? Элитный наемник, вездеход. Ну, это, короче, темы для королевской больше. Граффити. Карта оружейного опыта. Понятно. В общем, такое вот. Так, что у нас еще есть? Ну, комплекты. Сейчас перейдем к самому геймплею. Комплекты, то есть вы можете собирать своих героев как хотите. Вот можно открывать дополнительные, над левел повысить. Комплект королевской битвы, персонализации, ну, эмоции, карта оружейного опыта. Так, клана нет, список лидеров. Это задроты бегают. Так, окей. Рейтинговые бои есть. Вот здесь вы будете получать в рейтинговых боях дополнительные плюхи. Так, окей. Поехали, попробуем. Что у нас по картам? Есть линия фронта, командный бой и тренировка против ИИ. Давайте линию фронта попробуем. Посмотрим, что здесь интересного есть. Ну, по сути, такая же, как и год четвертый Black Ops. Новые какие-то карты. Ну, в общем, карты надо изучать. Поехали, посмотрим. Ну, можно менять комплекты. Оружие, как видите, ну, у меня не прокачанный, только нулевой аккаунт, поэтому его еще качать, качать и качать надо.
Сейчас посмотрим. В общем, присесть, подпрыгнуть. Все, неуяз наш пропал. Это прицел. Это уже стреляем. В общем, поехали. Ну, конечно, на мобиле, честно скажу, не особо удобно играть. Ну, как по мне. Перезарядочка. И опа. Есть. Ну, видите, надо привыкнуть. Очень маленький экран. Немножко неудобно. Сзади подбили. 6-2. Очень мало пространства. Надо сюда, надо какую-то снайпу брать. Все. В итоге у меня нифига не осталось с оружием. Идем. Будем с ножиком убивать. Иди сюда! Не хочет он так. В общем, немножко неудобно, видите. Возможно, на планшете будет получше. У меня закинули гранатку. Так, надо поднять оружие. Опа, есть. Делаем перезарядочку. Тихо. Ша. Сейчас мы кейсик с вами. Так, что-то я не то сделал. Ну, как видите, очень неудобно. Надо, в общем, привыкнуть к управлению, но играть можно. Все, опять оружия нет. Одни снайпы. Ах. Че, жахнем их?
Это немножко неудобно, конечно. Надо дальше открывать. Так, выпустили дрона-убийцу. Непонятно куда. Я все-таки убил. Смотрите, как с дробаша. Это с чего он стрелял? Не, не с дробаша. А, это еще один был. Батька раздает. Единственное, видите, неудобно. Немножко мне неудобно по перезарядке. Ну, надо привыкнуть к управлению. В принципе, нормально все будет. Дрон непонятно куда полетел. Так, разведчика кинули. Вот так вот. 50 набили. Не знаю, наверное, человек 20 я убил. Я надеюсь. Ну и как видите, в мобилке. В мобилке хоть что-то я умею. Так, последний килл наш. Посмотрим, что будет дальше. Победа. Ну, вот так вот, 300 нафигачил. Второй сразу на четвертый левел. Искочили. Так, М4. Ну, короче, тут куча всего, как видите. Можно подобавлять их в друзья. Убийство 5, убийство 31. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Так, комплект. Вот можем теперь модули. Мы немножко оружие прокачали. Поставить следующий модуль. Увеличить. Поставить глушачок и поставить рукоятку. Так, сюда поставим это. Вот, прокачали пушечку, то есть она уже на максималке. Ну, можно второе оружие взять, пистолет на всякий случай, потому что с ножом бегать. Плюс добавить кучу сюда. В общем, такая вот, ребят, игра. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Можно навык оперативника, очиститель, мы уже открыли его. Это особый навык. Ну, короче, как в коде. Спецназ, разведчик, то есть разные формы, в общем, такое. Посмотрим. В общем, пишите, хотите ли видеть эту игру, чтобы я в нее стримил, играл, бегал в мобилку, либо видосики. Ставьте лайки, ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока.